колокола не звони. Загудел я снова, друг, загудел. Ты от трезвости меня охрани. Не додел мне нынче, брат, не додел. Не звони, колокола, не звони. Погоди, дай сам в себе разберусь. Помолчи, укор свой охолони. Вот увидишь, я еще поднимусь. Опять звонят колокола, а жизнь была и не была. Дай руку, дорогая, прости, я умираю. По мне звонят колокола. Сокол, Сокол, я 501-й, вас понял. Звонят по мне колокола. Внимание всем экипажам. В квадрате 8 на охрану лагеря произошло нападение. В лес ушло более 400 человек. Некоторые из них вооружены автоматами и пистолетами, взятыми с убитой охраны. Внимание, как слышите, прием. 501-й, я Сокол. Получен приказ на уничтожение. Вас понял. И зверь бежит. Ну-ка, Вань, дай очередь. Куда палишь? Люди ведь. Чё, урок пожалел? Да пошел ты. Рвать, рвать надо. Куда? Отсюда. Куда тихо. Бежать? Тихо, со мной. Раньше были люди, а теперь волки. Я Сокол, докладываю. Замеченная группа в районе квадрата 12 обстреляла нас и ушла в густой массив. Вертолет получил повреждения. Сокол, даю вам команду уничтожить движущуюся в вашем направлении группу. При возможности сделайте посадку и осмотрите машину. Забежал. Так все бежали, я. Там одному не очень весело-то оставаться. Ну, мы-то с Сашком вас хорошо повеселили. Посмотри, что там с ней. Дышит.
Да я защищал ее! Моли Бога, чтобы очнулась. Оставь его! Сокол, слышимость плохая. На нас движется грозовая туча. Сокол, даю разрешение на вынужденную посадку. Переждите газу и сообщите координаты, Сокол. Я, Сокол, вас понял. Посадку сделаем в районе Федоровки. Что будем делать, командир? Уходим по ветру, где-нибудь сядем. Брось. Я спрашиваю, кто вы? Ты не бойся, сынок, мы плохого не сделаем. Спасибо, отец. Граф, место. Живой? Давай. Ну. Держись. Держись, парень. Ничего. Очухаешься. Летчик-то погиб? Да. Царство ему небесное. Пей, пей. Это ж надо, такую хорошую машину ухлопали. Ну что ж теперь, стреляться, господа? Не волнуйся, отец. Ему теперь Боинг дадут. Да, ну уж ты у нас слетал за границу, а? Ладно, ладно, укладывайтесь, ребята. Кончайте ужинать, утро вечера мудренее. И ты, иди на место. Домовой. Ты зря человека не обижай. Он и так жизнью обижен. Глухонемой, ко мне привязался. Живет здесь. Иди, иди, спи. Сам ты домовой. Много воды утекло с тех пор. Сколько хороших людей загублено. Годы, годы, годы. А я все живу. Как похожи эти ребята. Зэк и
солдат. И мы с братишкой были похожи друг на друга. Что же изменилось за эти годы, брат мой? Что же? От отряда нашего не осталось и половины. Я хотел уберечь оставшихся солдат. И выбрал место привала в деревне. В деревне, в которой родился. Мы знали, что по нашему следу шли красные. Хотя иной раз казалось, что они теряли нас. Далеко еще? Как он уезжал? Да нет, приехали уже. Братишка у меня дома оставался. Думы тревожные. Не обращай внимания. Мало ли, какие у меня думы бывают. Ладно, поехали. Искупаешь коня. Семенов, чё? Ты что это, брать, стрелять боишься? Почему? Глаза при стрельбе закрываешь. Соринка, наверное, попала. Чё-то стала на тебя часто попадать. Да вот стала. Господа, а вы что, не купаетесь? Хотя я, конечно, понимаю, вам бы ванную. Александр, это моя родина. Я ее терпеть не могу за то, что она со мной сделала. Евгений Николаевич несколько лет не был дома. А у меня вообще дома нет. Так что, прикажете стреляться? Вы, господа, это в конце концов стыдно. Господин поручик, держите себя в руках. Человек должен уметь управлять своими эмоциями. Да их у вас просто нет.
Вы как хотите, господа. Разрешите, мадемуазель, я помогу вам. Смотри, что там с подковой. Расплещешь. Ах, Дуня, кабы не война, ей-богу б на тебе женился. Да ладно тебе, черт неумытый. А что, ты баба справная. А? А я тебе помоложе найду. Зачем мне молодая? Молодая да глупая. А ты, баба, рассудительная, словно наш командир. Верно, ёк-макарок? Верно. У него на каждой стоянке по такой дуне. Зато и кормят. Может, и мне жениться? А я бы за тебя пошла. Изменяешь ты мне с Антоном. А я такая. Все ты родила, ничего не скажешь. Надо тебе. О, один в другого стреляет. Ладно, бать, мать при чем? Молчи. Воспитал не так, значит. Зачем он за комиссарами подался? Помирились бы вы все, а? Это невозможно, мам. Петька бандит. Мать, ты тут воду не мути. Но ежели кто из вас его хоть пальцем тронет. Смотри. Башку оторву. Слабенький был. Болел часто. Да лучше бы он сдох. Враг отечества. И хватит об этом. О, Господи, за что все это?
ути, 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 ути. Узнаешь меня? Помню. Помню еще, как Петька за большими девчонками ухаживал. Все тобой притворялся. А я вас различала. Хм. Никто не мог, а я могла. Это как же? Не скажу. Быстро убегай отсюда. Но... Стоять. Подержи. Кто такие? Пахари. Мягка ли землица? Попробуй. Пошел. Но... Не землица, а перина. Что у твоей тещи? А у меня их много. Это как? А вот так вот. Да что это за секрет такой? Показать? А у меня свой есть. Ну что ж, мужики, мы айда. Свидимся у тещи! Свидимся. Привет, теща! Сволочь красная. Марфушка, твою... Испугался. Колик, мой ясный, чтобы не остыл. Бесстыжая. А я сварила, да, горяченький. Не могу. Оттягивай. Я не могу. За папу. Я маму, за маму. Я маму, маму. Ой, тетюшенький, тетюшенький, давай, давай. За папу, за папу, за папочку. Давай, за папу, папу, папу. А за папу, фушеньку, душеньку. Ну, давай. Уйди, 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 уйди. Ну, давай я усики выдрим, да. Да, да. Я сам, давай. Сам. Какой молодец. Сам будет кушать. Ну как ты ставишь бесстыжая мать свою в душу? Да. А в Париже у меня была роковая любовь с баронессой австрийской. Мама на ее скончалась при родах. Отец женился на другой. В общем, мачеха не взлюбила мою душеньку. И отправила ее в монастырь. Вот как вас, милая девица. Нас сюда никто не отдавал. Мы сами пошли. Да? Да. Мы здесь за тем, чтобы служить Господу. Да не мешайте вы. Дальше что? А ничего. Когда девушка выросла, ее отправили в самый известный публичный дом в Париже. Кошмар. Ужас. Там вы ее и нашли? Именно там, милые дамы. А как же вы сами-то там оказались? Всего лишь из чистого любопытства. Я просто хотел понять, чем подобное заведение отличается от наших. Значит, вам было с чем сравнивать? Признаюсь, какой-никакой опыт был. Несчастная любовь в юности. Попытка заглушить боль. Так где же лучше? А везде плохо, милые дамы. Ведь я хотел любви. Любви? Только любви. И больше ничего. И что же баронесса? На одном из великосветских приемов
Ее украл у меня австрийский посланник. На том балу она сказала мне, что ждет от меня... Ребенка? Точно. Теперь я не знаю, отец я или нет. А она была красивая? Конечно. Мужчина выбирает женщину себе сам. И надевает на нее то, что ему больше нравится. Матушка, это еще что такое? Матушка, я давно хотел с вами поговорить. О чем же? Небось, опять какие-нибудь неприличности? Что вы, у меня философский вопрос. Идемте. Но я хотел бы где-нибудь в келье. Марфушка, присяг, Гурочка. Шарман. Ой, опять вы какие-то непонятные слова говорите. Ну, вы постеснялись бы при батюшке, а это грех. Батюшка, чья бы корова мычала? Ну ладно, ладно, ступай, ступай. Марфа! Шарман. Нехорошо, ваше благородие. Я только восхищаюсь, батюшка. А женщины меня никогда не любили. Ничего, полюбят. А я вот когда первый раз увидел, еще на германской, как немец от моей пули корчится, так с тех пор и зажмуриваюсь. А когда на коня, то шашку в руки, тогда, брат, держись! Матушка игуменья ищет, а? Монашек своих пасет. Что? Да появился там один топтун. Ах, женщина. Вот эта женщина. Ну, конь, а не женщина. Не скажи. Вот Марфа, это да. Ничего-то вы не понимаете. Да ты никак влюбился, Семенов, а? Степан Иванович. Ну-ка, 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 ну-ка. Ты еще глаза-то прячешь. Нехорошо. Да что ты, брат? Да ты не красней. Но... Степан. Ну, с кем не бывает. А? Да ну вас! Нехорошо. Вот это да. Не надо! Не надо, Степан Андреевич! Точно, совершенно! Степан влюбился. Андреевич, не надо! Степан Андреевич! Глумление это! Глумление! Батюшка, ну что же вы так... Выпейте лучше. Нехорошо. Святое дело. Ну, а человек он благородный. Ну? А куда это мой соколик так шибко побежал? Марфа. А он игуменью о чем-то спросить пошел. Кого? Игуменью? Да. Спросить? Да. А что? Ой. Ну, я этой святоши глазки-то повыцарапаю. Соколик! Храм-то какой! Соколик! Может, я чем-нибудь смогу вам помочь, матушка? Нет, нет.
А вы не видели вашего поручика Бобырева? Да, на реку поди пошел. Может, вас проводить? Нет, нет. Я просто так спросила, что-то его не видно давно. Я пойду. Матушка, а может мне поучить вас на лошади кататься? Конечно. Ага. Только в следующий раз. Всего хорошего. Я же когда-то был молодым человеком, студентом. Успокойтесь. Успокойтесь, Степан Андреевич. Всегда стремился на выси сознания. Все книги, книги, философия. Моим кумиром был Фридрих Ницше. Успокойтесь, Степан Андреевич. Вот он, он-то нам и ни к чему. Это больной человек. И все, все ему подобные, с воспаленным самолюбием. Но ведь весь мир болен. Да, да, да. Господи, упаси нас от им подобным. Вот выздоровеет мир и забудут. Забудут их, как не было. А уж если заболеет мир, что они станут здоровее их, так я уж тут... Все. Что все? Буду ее учить на лошади. Кого? Игуменю. Она давно умеет сама. Правда? Ну, конечно. Вот эта женщина. Слушай, Семенов, а? Ты Ницше читал? А он кто? Немец? Да. Все врет. Они все врут. А лучшего человека на земле, чем лошадь, нет. Кстати, батюшка, а ты на лошади-то умеешь кататься? Не приходилось. Так чего стоим? Нет, это ни к чему. Батюшка, да научу уже, батюшка. Батюшка, не подходи ко мне! Семенов, научи меня кататься. Не женское это дело. А игуменья? Это совсем ни к чему. А игуменья? Она конь! Ну, я из этого коня козу сделаю. Так, так. Рысью, батюшка, рысью. Так, так, хорошо. Хорошо, слушай, из меня ведь... Хорошо. Ну, держи. Ну, ты держи. Так, так, а ногой? Ну, а с ногами-то что? Так, 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 так. Пошел, 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 пошел. О, нет, вот, нет. Вот, батюшка, рысью, рысью, так. Будет, будет. Хорошо, будет, хорошо. Руку-то подай! Да иди ты! Батюшка! Это тебе не алтаря крестить! Батюшка, куда ж ты? Батюшка! Батюшка, ну еще-то 2-3 круга, а, батюшка? Уйди, чтоб глаза твои на тебя не смотрели, антихрист! Казачки, напоить коня! Ваше благородие, беда! Банда! Пролетарии! Так,
Сейчас, аул! Погоним! Евгений Николаевич, остаться здесь! Шарман. Чего? Шарман, говорю. Просто прелесть. Улыбнись. Чудо, как хороша. Ваше благородие. Париж. Ваше благородие. Всю радость испортила. Господин Бобырев, отпустите девочку. А вы что, подглядываете? Вы, господин Бобырев, подлец. Ой, какие слова мы знаем. У нас девчонка еще. Будь моя воля, я бы тебя... Тогда стреляться будем. Я глупостями не занимаюсь. А морду в следующий раз набью, так и знай. Быдло. Из-за таких, как ты. Степан Андреевич. Слушаю вас. Я виноват. Я не был в бою. Да? А почему? Проезжайте. Но не я один. А, да, я велел Евгению Николаевичу остаться. А мне велел остаться игуменья.
Вы в сражении с ней получили это ранение? Вы исповедоваться пришли? Хорошо. Я вас слушаю. Как жить? Как жить, матушка? Как мне жить, ежели я люблю вас? Да вы что? Вы мне зубы не сговариваете. Я вас люблю. Господин Бобырев, девочкам моим голову морочите, а теперь мне? Я знал, что ты мне не поверишь. Ежели не веришь мне, поверь моему дворянскому происхождению. Ведь и ты благородной крови. Ведь я знаю, что ожидает тебя здесь. Какие муки и позор от безбожников. А я люблю. А я люблю, понимаешь? Люблю. Чему ты противишься? Ведь мы одни в этом море дерьма и ненависти. А вокруг ничего, никого, пустота, ни единой души. Неправда. Прости меня, матушка. Копаться. Да, люблю этот запах. Ладно. А? Понюхай, батюшка. Люблю. И вообще, он для меня водки слаще. И лошадь. Что может быть красивее? Батюшка. Не бойтесь. Прекрати, Семенов. Головой вертеть, шею свернешь. Будешь на лошади вот с такой вот шеей. Что из-за рубаха у тебя будет тогда? Именем Господа благословляю вас. Желаю здоровья и любви. Почему же вы не за нашим столом? Почему Тиша такой угрюмый? Брось ты его, он лошадей любит больше, чем тебя. Лошадей ничего, лошадей я потерплю. Тиша! Цыц, Марфушка! Ой,
батюшка. Уже и свадьбу гуляем. А может, вообще здесь останется? Я не против. Вот освободим матушку Россию и, пожалуй, вернемся. Как, батюшка, примите? Ну, а почему же? В любое время. Вы люди образованные, ладные. С вами и поговорить удовольствие. Заодно и на лошади покатаю, а? А вы что, боитесь? Нет, я не боюсь. Ну, так сейчас и покатаемся. Ну, больше. Я сейчас. Садись, садись. Герой. Ни у кого такого мужа нет. Господи, как же хорошо жить-то по-людски. Коня. Евгений Николаевич, казаков в дозор посылать? Посылай. Ага. Евгений Николаевич, на Бурево нашли. У бабы. Господа, право, вы поговорили бы с ним. Нельзя так. Двое суток его ищут. Здесь не то. Гад. Теперь это не имеет никакого значения. Коня! Проститься с поручиком. Велите похоронить, чтобы никто не знал, что он дезертир. Слушаюсь.
Евгений Николаевич. Витя, Витя, что с вами? Беда. Да что? Да что, Евгений Николаевич? Вот тогда-то мне стало ясно, кто привел красных и кто стрелял в Митю. Вдоль обрыва, у речки старой, где горит полынь трава, снова встретились гусары обсудить свои дела. Позолоченные груди, сабли острые клинки. Что же с нами завтра будет? Что же ждет нас впереди? Что же с нами завтра будет? Что же ждет нас впереди? Эх, когда-то Богом данная земля, ты прими, мать Русь, солдата, что погибнет за тебя. Позолоченные груди, сабли острые клинки. Что же с нами завтра будет? Что же ждет нас впереди? Что же с нами завтра будет? Что же ждет нас впереди? Ah!
нас, Петька. Больше родины. Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих. Прости их все грехи, сделанные по собственной их воле. И дай им Царство Небесное. Весной надо бы крест новый поставить. Передай, брат, поклон матушке и бате. Скажи, скоро свидимся. Недолго уж мне осталось зимовать на этой земле. Здравствуй, Петр. Прости, Господь, что давно не приходил к брату. Прости грешного. Живи, давай. Так иди, оно и было. Дальние. Все так и было. Давай, давай. И ничего не в силах изменить. И нечего больше сказать. Хотя сказать-то есть что. Доброго здоровья. Собирайся. Да готов я. Ну вот и славно. Вот и хорошо. А то крики, ор. Не надо. А потом был лагерь, лесоповал. Я ведь в действительности был их враг. Как я их ненавидел. Если б ты знал, гражданин начальник, какого человека убило? Ну что, уголовнички, за родину, за Сталина, вперед! Война не прошла мимо. Ударило в самое сердце. Кровью отмывал вину, которой не было. Граф Залаев. Это они. В ружье, ребята. В ружье. Ползут. Ну что, может, я с ним переговорю? Не надо. Мы сами переговорим. Вань, ну мне что-нибудь дайте. Идем со мной. Пороемся в моем арсенале. Помоги мне. Посторонись. Ленты сюда ставь. Иди к брату. Помоги ему. Я сам. Сам управлюсь. Сэр, граната будет, сэр.
Дай нож. Это чур мой. Понял? Назад! Не боись. Дед, прикрой. Отдыхай, бахан. Вот и прилетели. Нас убьют. Нас убьют. Слышь, нас убьют. Убьют. Все будет хорошо. Успокойся. Убиваю гадов. Сваливай. Ну и тяжел ты, брат. А ты брось. Брось меня. Да пошел ты. Коль, ты зачем? Самолет угонял. Жвачки хотел. Как был дурак, так дурак и остался. По мне колокола.